это его уже личные проблемы и так далее, личное там, он куда хотел, что ходил, я не слежу. Будет заруба, будет все там, и там война будет, я думаю. Давайте будем правде в глаза смотреть. Сейчас это угроза, и я тоже угроза. И это бой. Сегодня ты, может, скажи какой-нибудь бой, который громче, чем наш бой. Я ждал, я с мая месяца жду вообще титульный бой. Она откладывается и откладывается. Декабрь, август, сентябрь, октябрь и так далее. И мне сказали, что он получил травму, наш чемпион, весь Вагаев. Ее переложат еще на декабрь, ее переносит этот турнир. Я уже должен за пояс драться, и у меня желание было драться с Вагаевым. Смотрел только на титульный бой. И потом мне говорят, что он согласился со мной драться, хочет, чтобы бой Тумену. Я говорю, если он хочет со мной бой, тогда я не одну руку, а две руки поднимаю, говорю, газ, проверим. И бой тоже хороший, имя есть, сам соперник тоже достойный. Мы в этом котле варимся, и мы каждый показывает, кто лучше. Какая машина, например, лучше, да? Здесь каждая машина. И, конечно, сегодня у Альберта его знают. У него есть имя, он был чемпионом. И это бой. Сегодня ты, может, скажи какой-нибудь бой, который громче, чем наш бой. Это его уже личные проблемы и так далее, личное там, он куда хотел, что ходил, я не слежу, у меня есть за кем следить тоже. И не дрался, да, может, освежился раз, и отдохнул, и свежими силами придет, наверное. Он стручек хороший, быстрый. И умеет вставать с партера. И бороться тоже умеет. Всесторонне развитый, да. А так опасности с рук, наверное, у него больше, как я вижу. Но также и у меня были соперники, и с кем я дрался, и с ручек, и в стойке, и в борьбе. Но его главные козыри, да. Встает, бьет. Умеет все. И теперь будем смотреть, у кого лучше получится это. Я, наверное, думаю, везде я лучше. И могу и в стойке подраться, могу и бороться. Не могу сказать, где он. Я могу сказать, где я лучше только. Меня-то мотивирует каждый бой, я каждым боям стараюсь подходить уже ответственно. И единственное, что у меня свисогонка и так далее. Но с этим может кто-то заболеть, кто-то может травму получить, кто-то может сняться, но кто-то может продолжить тоже. Давайте будем правде в глаза смотреть. Сейчас это угроза, и я тоже угроза. Так же? И я считаю, что вот нас двоих запустили. Зачем две угрозы, например, Абубакару Вагаеву? И нас двоих запустили, и вот кто из нас выскочит, тот выскочит, да. Буду бить, буду бороться. Ну, в данный момент у меня бой с Туменовым, и я смотрю на него, я должен его пройти. Зачем куда-то перешагивать, какие-то там цели строить, когда у меня есть уже цель, которую нужно выполнить. Да, устаю, потому что я же выполняю работу. Я двигаюсь, я борюсь, я бью. Также он тоже встает, он тоже устает. А какие соперники не уставали? Будет заруба, будет все там. И там война будет, я думаю.